Осталось подвести только итоги нашего фотомарафона, который мы посвятили запеканке из творога. Любимое и нелюбимое детское, любимое сейчас многих блюдо. Пришло очень много снимков. Вера. Много, да. И, ну, конечно же, я прекрасно понимаю, что сделать какое-то креативное фото необычное с утра пораньше сложно. Хочется просто показать красоту, на которую вы способны. Я же, честно, взяла на себя ответственность и приняла следующее решение. Отдать победителю фото вот этого. Все наши призы и подарки. Потому что, объясню, сложно с утра пораньше сделать на разный вкус и цвет вот такую красоту, вкуснятину, с разными какими-то дополнениями, наполнителями. В общем, мне кажется, что это потрясающе. И поднимает самое главное настроение, даже вот как это подано красиво. Ох. Мы поздравляем Олеси Смычковой из Светлогорска. Вы победитель нашего сегодняшнего фотомарафона. Ура!